21:45, фильм 53-го года «Судьба Марины». Они провели вместе несколько счастливых месяцев, юная студентка и мужественный офицер. Всю оставшуюся жизнь она будет по крупицам собирать сведения о нем. В 23:35 разведчик Боровский, непосредственный начальник Рихарда Зорге, в документальном детективе «Человек по имени Алекс». Такие передачи на ОРТ во вторник, 26 августа. Видео представляет. Прекрасная погода, хорошая машина, гладкая дорога. Разве недостаточно для счастья? Особенно, когда ты с семьей и друзьями едешь в отпуск. Герои этого фильма тоже так думали. Но появляется маньяк, сметающий все. На своем пути он убивает, играя. В его больном воображении люди всего лишь куклы, наполненные теплой кровью. И тогда простой учитель превращается в грозного мстителя, для которого есть только один закон – смерть за смерть. Кристофер Ламберт в потрясающем триллере «Цветок у дороги». Коллекция ОРТ-видео у вас дома. Вещевой рынок «Динамо». У нас есть все. Скарлетт. Продолжение фильма «Унесенные ветром». Снова и снова я вспоминаю, как ты играла на этом рояле, как мы грелись у этого камина. А это наш любимый диван. Вот он. Помнишь? А была ли любовь? Была ли она? Был ли я? Мечты и любви. Группа «Белый орел». Спрашивайте альбом на аудиокассетах и компакт-дисках в фирменных магазинах «Союз». В 850-летию Москвы посвящается 5 сентября. Спорткомплекс «Олимпийский». Гала-концерт в подарок любимой Москве от премьер СВ и ЛСС. Участвуют Филипп Киркоров и Александр Малинин. Лев Лещенко, группы «Лицей» и «Мечтать». Сергей Мазаев и «Моральный кодекс». Агата Кристи, Александр Иванов и Ронда, Аркадий Купник и другие. 5 сентября. Спорткомплекс «Олимпийский». Владимир Жириновский, Леонид Броневой, Эммануил Витарган. В комедии Валерия Комиссарова «Корабль двойников». Много даний, хорошо. Лентамед в новой экономичной упаковке. Это столько же зубной пасты, сколько в двух стандартных тюбиках, но за меньшие деньги. Блендамед в новой упаковке 100 мл. Поможет защитить не только от кариеса, но и от лишних трат. Марк Дакаскос в трюковом боевике «Двойной дракон».